Сталин. Заставили мы его сегодня бегать туда сюда. Зарядка такая. На сцену, со сцены, на сцену, со сцену. Зато не скучно и все время в тонусе. Ну, известно, что Юрий Чесанович, как и Вадим Егоров, как Юрий Висбор, выпускники МГПИ, Московского государственного педагогического института имени Ленина. Сейчас это Московский государственный педагогический университет. Но смысл тот же самый. И вот песню я выбрал сугубо профессиональную. Итак, как бы представил действующих лиц незабвенный товарищ Швондер в исполнении не менее незабвенного Романа Карцева, товарищ Кутейкин и товарищ Циферкин. У кого есть глупо дитятко, а неразумное хоть брось, вы подите нас, найдите тко, а вразумеем его авось. Чай вдолбим науку голову, да родные пособят, что не примет через голову, то примет через зад. Просим ваше благородие Балтыну зубок, да за тупостью отродья в год накиньте пятачок. Не ученье темень дикая, а ученье вроде свет. У кого есть глупо дитятко, у кого их только нет. Для наших благородных друзей говорим, что Ким фактически наш земляк. Школу он закончил, как известно, в Малоярославце. И мы, например, с Юлей видели с ним на фестивале в Малоярославце. Да, да, Зоя, Зоя, а как же, да. Он подарил нам диски, книжки для клуба, значит. И вот Юлия, наверное, с его самой народной песней. Я думаю, вы уже поняли. Да. Все стараются неизвестно, я что-то прям все. Нет, надо, надо, мы хотим с тобой подписчиками девать. Да. Oh.
весь антракт. Песня, которая для меня очень дорога, поскольку много лет я вел школу-студию авторской песни, и день рождения нашей студии мы неизменно отмечали и до сих пор отмечаем 19 октября. У нас это наш праздник. Студии уже нет, но вот тем составом друзей мы до сих пор каждый год собираемся. Юлий Ким, музыка Владимира Дашкевича, 19 октября. Thank you.